Хочу показать одну ошибку. Если затягивать слишком сильно во время плетения, то могут образовываться вот такие вот неприятные явления. То есть будет выбиваться какой-то круг будет выбиваться из общей плоскости. Немного можно это скорректировать, если поставить большой пресс, но лучше этого не допускать. Для этого лучше подтягивать, наоборот, не в эту сторону, а в эту сторону, вот таким образом. И если спорная какая-то ситуация, ваша намотка закончилась где-то посередине. В данном случае, если вы начнете вот отсюда, то может быть потом перекос, вот такие вот вещи. Поэтому лучше начинать чуть-чуть до этого. То есть пусть лучше будет немножко внахлёст. Вот так вот. Плетение будет продвигаться дальше и дальше. Вы будете подбирать вашу полосочку уже из следующего ряда, из следующего ряда. Вот, начиная от центра, идти дальше, 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 дальше. Следить за плотностью, чтобы вот эта вот часть не истончалась. То есть постоянно добавлять дополнительные полосочки. И в этом случае у вас будет идти ровное плетение до самого конца. Как закончить? Мой способ это... Так, уже не могу его найти. Конец, ага, вот. Это подобрать ниточки в тон и вот такими же параллельными вот этим полосочкам, стежками закончить наше плетение. То есть я срезаю все вот эти ниточки вот так под определенным углом. То есть не так, а вот немножечко наискосок. Вот. И затем все это дело фиксирую ниточками, которые максимально похожи. Если у кого-то есть другой способ, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Получается достаточно незаметно.